Приветствую вас. Я думаю, что дело не в каре, по крайней мере, это слишком такая поверхностная, на мой взгляд, и очевидная история. Вот, дело не в каре. Дело в том, что поскольку вашим друзьям вы нравились, вот, кстати, если вы нравились своим друзьям, то это не друзья уже, это уже какая-то другая история, то есть это уже какой-то, ну, другой тип отношений, вот, но это не друзья, когда люди испытывают симпатию, да, вот, к другому человеку, а вот, это, на мой взгляд, можно назвать чем угодно, но только не дружбой, вот. Друзья, собственно говоря, которым вы нравились, они просто, видимо, решили, что вы динамите их, видимо, они просто решили, что вы игнорируете их, что вы обманываете их, вот. Хотя я верю в то, что это не так. Вот, то есть я верю в то, что вы там, что вы изначально, да, не хотели обманывать никого, что вы вели себя достаточно естественно, вот, я вам верю, я верю в это, но, конечно же, ситуация, она в целом от этого не меняется, да, вот, то есть если вы, условно говоря, если вы дали надежду людям, если вы дали надежду там друзьям, то теперь они испытывают такое вот разочарование по отношению к вам, вот. И с этим, наверное, с этим ничего не поделать, да. То есть вернуть хорошие отношения можно только в том случае, если вы откровенно поговорите со своими друзьями, да, и, собственно, постарайтесь разобраться с тем, что же все-таки произошло. Вот. Возможно, причина совсем в другом, даже, вот, а не, вот, не в том, что вы описываете, и не в том, что я сказал. А причина может быть совершенно другая. Но правда заключается в том, что она есть, причина, я имею в виду, и она влияет. Вот. Следующий такой вот не менее важный вопрос заключается в том, почему вы хотите вернуть теплые отношения к
себя со стороны людей, да? Почему вы этого хотите? С чем связано это желание? Мне думается, что это тоже очень важный момент, если вам чего-то не хватает, особенно если вам чего-то не хватает, ну вот, то поисследовать данный вопрос, ну, вполне можно, чтобы понять, что происходит. Такая вот история. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. А я вам желаю всего доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.